Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодня мы с вами разберем, как сделать маленький поводок. Это будет видео актуально для тех, кто пользуется маленькими короткими поводками. Ну, например, на снасти макушатник, да? Здесь короткий поводок. Он актуален почему? Что обычно, часто этот поводок цепляется за основную леску этой оснастки, вот так вот, да, и получается, что снасть неэффективна. Также он эффективен для ловли на убийцу карася. Там тоже используются короткие поводки для того, чтобы они не запутывались между собой и в оснастке. Может быть, в других вариантах тоже эффективен короткий поводок, поэтому напишите в комментариях, как вы считаете, в каких снастях еще он может быть эффективен. Итак, друзья, что нам необходимо для того, чтобы связать короткий поводок? Нужен шнур рыболовный, крючки, ножницы, зажигалка, ну и линейку я взял для того, чтобы потом измерить, какая длина у меня получилась. Так, итак, друзья, берем шнур, складываем так вдвое, делаем петельку. Петельку делаем восьмеркой, узлом восьмерка, помните, да? Вот такая. В принципе, можно сделать и петлевязом. Кто хочет пользоваться петлевязом, может пользоваться. Мне, в принципе, я могу делать ее и просто руками. Так намного удобнее. Так. Отрезаем лишнее. Сразу этот кончик можно подпалить. Вот так. Даже, наверное, чуть меньше, чем сантиметр получилось. Где-то 0,8. Ну, нормально. Так. И отрезаем шнур. Сначала трещи столько, сколько вам удобно. Потом опытным путем вы уже поймете, сколько вам нужно шнура для того, чтобы связать короткий поводок. Кончик шнура просовываем в ушко крючка. От жала. Поняли, да? И доходит он практически, видите, до нашего узла. Вот здесь. Видите, да? Вот тут. Здесь мы делаем петелечку. И начинаем. 2, 3, 4, 5, 6 оборотов. Достаточно. Продеваем в ушко. Есть. И затягиваем. Но перед тем, как затянуть, нужно намочить. В случае с коронавирусом, я обращаю ваше внимание, не надо слюнявить это все дело. Пальцы и шнур, крючок. Для этого нужно взять водичку, опустить, намочить, да, и зажать. Вот так. Наш поводок практически готов. Сейчас только отрежем лишнее. Актуальность этого видео заключается в том, чтобы вы экспериментировали со своими снастями, в том числе и с поводками. Вот у меня получился вот такой вот коротенький поводок. Давайте мы его измерим. Ну вот, вы видите, 3,2 сантиметра. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал «Все для клёва». Ну а я прощаюсь с вами, до скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего, пока.